Ребятки, всем привет. Ну что, у нас снова лес, снова грибалка. На это место приехали первый раз в этом году. Здесь у нас маслята, лисички. Ну и самое главное, это рыжик. Что ни на есть царский гриб, который, кто не знает, ценится даже круче, чем белый. В общем, что из этого получится, сейчас вы увидите. Сейчас пробью вот эту траншейку. В том году здесь мне как раз попадался рыжик. Немного, но попадался. Кстати, ребята, видео прошлого года я оставлю по ссылке в описании к этому видео. Там оно такое более глобальное, более пикантное, скажем так. Я использовал тут квадрокоптер, плюс мы на второе место заезжали, где белые и красные были. Так что там будет на что посмотреть, тоже гляньте, кто не видел. Первый улов в виде масленка. Не стайного, одиночка. Второй. Такие уже чуть-чуть подростки. Это какой. Много больших переростков, таких очень мало. Вот один из них. Хороший масленочек. Это ж такой хорошенький малышок. Лисичку заметил, такой побольше, червивый сразу же, это чистый, лисичка довесок чистая по-любому. О, отличный. Хорошенький, чистый. Такой вот лес тут преимущественно молоденький. В принципе, приятно ходить. Комфортно. Но в основном, конечно, масленок. Ну, одному по два растут. Такие вот среднячки. Ну вот он первый, я так понимаю, ребят. Да, это вот то, зачем мы приехали сюда. Рыжик. Не знаю, будут ли еще, но хороший трофей. Масленок очередной. Ну, вот этот вот самое что ни на есть. Вот этот хороший. Такие вот бы все были. Ну, вон первые малыши нарисовались. Причем, не помню, поэтому прошел ли кто-то. Такие вот мелкие. Либо рыжик, либо волнушка. Волнушка. Пролетел. Ну, вот он второй. Точно рыжик, тут уже бесспорно. На траншейке. О. Смотрите, ребят, какая красота. Такая полянка. Сосенки. Друзья, нарвался на клондайк лисичек. Вон, 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 вон. И вон такие уже большие. Это хорошая находка. Еще пачечка. Лис подкралась незаметно. Там что-то не попадалось. А на вот этой полянке
есть. Такие вот лисички. Такие не крепкие, скажем так, но сочненькие. Там вот еще вот были. Не знаю, ребят, я очень рад, когда нахожу лисички. Потому что представляю их сразу же жареными с картошечкой. Объедение. Пожалуй, самый лучший жареный гриб. Кстати, рыжик жареный тоже очень вкусный. Так что пробуйте. Помимо соленого, безусловно. Вот опять же, волнушка или рыжик? Эх, волнушка. Да. Такая вот она. О, идеальный масленок. Ну что, сейчас тихим цапом двигаемся в сторону машины. Вот. Заедем еще на одно местечко тут неподалеку. Там может быть другой гриб. Сильно упираться сегодня не будем. Мы будем в сторону дома двигать. Вот тут такая вот развилка. И в том году, вот я помню, прямо между вот этих двух бревен красный был. В лесу просто супер. Тишина. Никого. Многие уже закрыли сезон. Я думаю, тоже буду закрывать сезон на такой спокойной ноте. А то послезавтра уже заморозки обещают, там до минус 4, минус 5. Так что, друзья, наступает очень прекрасная пора. А именно ловли налима. Многим этот контент очень интересен. Мне в том числе. Так что всех приглашаю к просмотру. Братья-близнецы. Не сломался. Нормальный. Тоже нормально. Прыгнули пару километров назад. Вот такой более густой лес. Посмотрим, что тут будет. А вот они, ребят. Царской. Раз. Два. Плохо, что в песке. О, целую стайку нашел. Вот этого не видел, сейчас только обнаружил. Смотрите. Четыре рыжика. Не прелесть ли? Так, что тут у нас? Во. О. И о. Такие две лисы. Напоследок. Что тут, ребят, вообще тишина. Наверное, будем сворачиваться. Так что, ребятки, давайте всем удачи и пока.